Вы видите, люди переходят улицу на красный свет. Почему они нарушают? Объясняется очень просто. Зеленый загорается только на 19 секунд. Поэтому перейти обе стороны Красного проспекта сразу невозможно. Приходится бегом бежать, чтобы успеть. Иначе не успеешь, перейти придется ждать снова. Это Тимур, злой Тимур. Злой Тимур. Почему злой? Да неужели нельзя было поставить, ну не 19, но хотя бы 25 секунд? А еще лучше синхронизировать светофор. Вот пешеходный светофор, вот с тем светофором красным сейчас, который горит. Потому что они работают несинхронно, это мешает и водителям тоже. Но разве думают те, кто планирует работу светофора? Вероятно, для них важно отчитаться, что они все отрегулировали, а людям неудобно. Которые за рулем и те, которые переходят улицу. Которые переходят улицу порой. Вот сейчас наверняка кто-нибудь рискнет. Ну вот видите, человек торопится перейти на красный, чтобы успеть на другой стороне на зеленый. И вот девушка тоже торопится. Потому что на зеленый и справа, и слева пройти обычным шагом не успевают люди. Вот проследим, люди идут спокойно. А на другой стороне уже снова их ждет красный. Это же буквально провокация на то, чтобы поторопить людей нарушать правила. А всего-то надо удлинить зеленый, а еще лучше засинхронизировать с... Пускай светофор пешеходный останется с кнопкой, но будет работать синхронно вот с тем светофором, который регулирует движение автомобилей. Делов-то. Кто там регулирует? Займитесь, подумайте, в конце концов, чтобы не было нарушений.